Светофор. Наблюдаем работу светофора ранней музыкальной школы. Как мы видим, тут не все сектора горят. Сейчас должен загореться зеленый на светофоре, но посмотрим, что дальше будет. Там вот сектор не светится. Сейчас должен загореться зеленый светофор по пути музыкальной школы. Но видите, сектор не горит. Более того, работа светофора слева происходит так, что машины едут на зеленый свет на светофоре. Видите, зеленый горит. А машины продолжают ехать. Такая ситуация может привести к аварии и к жертвам. Зеленый сектор светофора не горит. Красный горит, зеленый нет. И при горении зеленого светофора машины продолжают двигаться со стороны переезда.